По многолетней традиции, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Куркино состоялся районный фестиваль православной культуры «Русь православная в традициях зиждется». Сегодня наш фестиваль «Русь православная в традициях зиждется» снова открывает двери всем желающим принять в нем участие, либо в качестве исполнителя определенного номера, либо в качестве зрителя. За эти годы замечаешь такую действительно положительную динамику роста, процветания нашего фестиваля, как и в количестве новых участников, приходящих на него, а так и в качестве исполняемых номеров. Из этого можно сделать действительно такой положительный вывод, что такие темы, актуальные темы, как быть патриотом своей родины, любить свою большую родину, любить свою малую родину, вера в Бога, любовь к Богу, действительно актуальны не только среди взрослых людей, но и среди подрастающего поколения. И это особо выражается как раз вот в искусстве. Как вот точно вот заметил святейший патриарх Кирилл, что сочетание веры и искусства есть сильнейший сплав, потому что вера поддерживает ту идею, которую, собственно говоря, эстетически выражает искусство. Вот. Стоит также особую благодарность выразить нашей Куркинской администрации, отделу образования, отделу культуры за плодотворное, конструктивное сработничество с нашей церковью. И, собственно говоря, наш фестиваль и является ярким примером этого сработничества. Конечно же, особую радость добавляет и то, что фестиваль, проведение этого замечательного мероприятия выпадает в празднование пасхальных дней. И это особо наполняет, как и мое сердце, сердца всех присутствующих пасхальной радостью, переживанием этого праздника, где воистину вера соединяется с гармонией искусства. Впервые в работе фестиваля приняли участие представители издательского отдела Тульской епархии, презентовавшие в его рамках проект «Православная книга своими руками». И вот что интересно, сегодня ко мне подошли девочки и рассказали, что участница, которая привезла свою книгу еще в 2011 году, сейчас она уже преподает в школе и сама готовит детей для того, чтобы они принимали участие в нашем конкурсе. И вот ее работа еще до сих пор здесь. Нам бы хотелось поделиться вот этим опытом с учителями, с ребятами, просто показать эти прекрасные работы, которые говорят о том, что дети любят православную культуру. Они воспитаны в православной культуре, и то воспитание, которое они имеют, они хотят показать и рассказать, в том числе и в своих работах. Мне нравится, что сегодня мы не только послушаем хорошую музыку, но увидим выставку православных книг, которые сделали своими руками ребята из разных уголков нашей Тульской области. У меня тоже появилась идея, и, может быть, в следующем году на выставке будет и моя книжка. Идея проведения фестивалей в светлые пасхальные дни была реализована 18 лет назад маэстро Валерием Гергиевым по благословению патриарха Алексея II и стала отправной точкой для проведения тысяч и тысяч творческих вечеров, посвященных празднику Пасхи. Так свет Христового воскресения простирается на многие города и регионы, демонстрируя дерзновенную высоту творческих человеческих исканий и необычайное богатство православных культурных традиций. Сейчас молодежи очень важно изучать свои традиции. Как хорошо, что на таких фестивалях мы можем поделиться традициями с другими. На душе и светло от того, что вот уже в 6-й год подряд такое замечательное событие происходит на территории Куркинского района. И, конечно же, происходит оно с благословения нашей православной церкви. Поэтому тем почетнее для нас присутствие наших замечательных дорогих гостей,
которым я и хочу предоставить слово, поздравив всех нас с этим замечательным событием. Спасибо за то, что вы поддерживаете наши православные традиции. Я рисую новый мир, пусть моя лицо прелесть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне, и каким он должен быть. Сердечно, от души благодарим всех, кто участвовал в создании вот этого праздника. Своим трудом, своей молитвой, своей заботой, своим усердием. Это и день единства, поскольку сегодня объединяется и церковь, и государство, и весь район Куркинский. Поскольку вот эти любящие сердца, которые готовились к сегодняшнему фестивалю, они сегодня все здесь. Дети войны набивали стеклушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба. Главная составляющая богослужения. Поэтому важно укреплять певческие традиции православия. И для этого сегодня мы с хором исполним антифон «Благослови, душе моя, Господи». Земля посреди весов
на реке Уре, от Львовских вод вдалеке. Тула, земля моя, неповторимая, где бутылками ей и роднее. Вижу тебя во сне на золотом горе, ясный полярный свет на заре. Пасха Христова – это праздник божественной любви, дарующий миру единство с Богом. В том числе через творчество, воспевающее христоподобную любовь. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Это слова апостола Иоанна Богослова, в день памяти которого из года в год в Куркино проходит пасхальный фестиваль «Русь православная в традициях зиждется».